Учебники уже получили школа Чимчирского, Творчалского, Галского, Гулрыбского и Сухумского районов, а также интернаты. Первая партия покроет всю потребность республики в учебниках для первых седьмых классов. В феврале ожидается поставка дополнительных экземпляров для восьмых-одиннадцатых классов. Этот груз мы с радостью приняли, наши педагоги и руководство, директора школы благодарны этому бесценному подарку, к Новому году. Я уверен, дети с удовольствием будут учить предметы уже с новой литературы, специально изданной для Республики Абхазия. Нам содействовать активно в этом вопросе не только Министерство просвещения Российской Федерации и высшее руководство России, но и Министерство экономического развития, отдельная им благодарность, фонд «Русский мир», который реализовал этот проект совместно с издательством просвещения. С абхазской стороны хочу поблагодарить руководство страны, Министерство финансов, Министерство экономики. Около 2500 книг получила первая столичная школа имени Баграта Шенкуба. Среди учебников – физика, математика, география, история древнего мира и России, русский язык, литературное чтение и другие. Авторы те же самые, просто они обновленные. Они тут, разница только в некоторых номерах упражнений. Но когда перерабатываются обычно страницы, номера, это да. Но содержание они те же самые. Хорошо, что мы их получили, потому что не все могут купить. Они довольно дорогие на рынке. 520, там сколько-то один учебник, а тут две части. То есть это была проблема. В целом педагоги говорят, что учебники практически не отличаются от тех, по которым занимались ранее. Однако касаемо некоторых книг, есть дополнения и небольшие различия с предыдущим материалом. А учебники, мы еще по ним не работаем, но они нам знакомы. Именно история нового времени, история средних веков, древнего мира, по-моему, тоже мы получили. Они те же учебники, мы по ним работаем уже, просто это учебники новые. То есть они нам подходят совершенно. Немного, конечно, я еще точно не могу сказать, но история шестых и седьмых классов, история России, нам нужно будет еще привыкнуть к ним, потому что те книги, учебники, по которым мы занимались, они были более цельные. Здесь по периодам разбито, и надо будет еще поработать. Что касается учебников по истории и географии Абхазии, то ими общеобразовательное учреждение обеспечивает Министерство просвещения республики. По словам Минала Габлия, Министерство просвещения и языковой политики заявляло список необходимой литературы в Минпросвещение России. Все полученные учебники соответствуют российским стандартам. Время меняется, учебник стареет, плюс каждые 3-5 лет его в целом нужно обновлять. Поэтому мы с этой позиции подошли к вопросу. Ряд школ, которые у нас учатся, в начальной школе на абхазском языке, данная литература, она не подойдет, мы ее сдаем сами, а все остальные школы, они ее активно будут использовать и, надеемся, на благо себе и Родины. Сейчас, кстати, готовится учебник новый на абхазском языке по истории Абхазии, поэтому это прерогатива наша. Понятно. Планируется ли какое-то изменение количества часов, например, в сторону? Конечно, мы уже увеличили на историю Абхазии часы в прошлом году, и мы хотим именно отдельный уже предмет, чтобы у нас был учебник на абхазском языке, в этом плане работа ведется. Около 1000 учебников получила и Сухумская школа-интернат. По английскому эти учебники рассчитаны на таких учащихся, которые с первого класса изучают. Тот материал, который здесь, у нас могут изучать в седьмом классе, например. Так что выбор есть у нас, есть на что ориентироваться. По математике задачи более повышенной сложности для более одаренных, способных учеников. История России довольны, они подошли, уже смотрели, пока не раздали, потому что библиотекарь должен оформить. Еще что хочу по своему предмету русский язык. Русский язык мы в сентябре получили, те учебники, кое-какие школы города уже занимались по этим учебникам. Чуть-чуть расхождение, но мы тоже будем их раздавать и пользоваться. Конечно, у нас будет уже в полном объеме все. По словам министра, совместно с российскими коллегами будут проводиться семинары по повышению квалификации учителей с целью эффективного использования данной литературы. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.